Физкульт, привет, друзья! С вами команда Nordic Pro, меня зовут Денис. Сегодня вам расскажу про палки CMD Sport Blue и Black. Это базовая модель, которую мы выпускаем с 2007 года на нашей фабрике в Китае. Модель, о которых сейчас пойдет речь, это модель со съемными темляками синего цвета и черного цвета. Темляки имеют два размера, SM с красной подстежкой, LXL с черным. Как я уже и сказал, темляки съемные, элементарно нажатием большого пальца они снимаются и отстегиваются. Два фиксатора-соединителя, палка в сборе 460 грамм пара весит. Двухсекционный алюминиевый телескоп 77 сантиметров в собранном виде и до 130 сантиметров он раздвигается. Рост ходока выставлен уже на древке палки, на нужный рост, в данном случае 170 сантиметров, выставили, на скрутку зафиксировали. Палка готова к использованию. Одет наконечник в форме шипа, и на него одевается CMD Sport Premium наконечник. Износостойкий, очень прочный и хорошо себя показывающий на асфальте и на тротуарной плитке. Палка максимально хорошо цепляется за эту поверхность и с ней комфортно и удобно идти. Этот ролик мы записываем второй раз, обзор на эти самые палки. Почему? Потому что мы заменили на них цанговый механизм. Цангу мы поставили вот такой модели. Она исключает любые стопорения палки, ну пока, по крайней мере, мы уже их продаем, вот эту партию с новыми цангами, 4 месяца вот на время записи этого ролика. Пока обращений от клиентов не было. То, что ее стопорит, ее нельзя достать, она не фиксируется. Вот так, когда долго крутишь, она не фиксируется. С этими цангами все в порядке. У нас есть на канале видео, как отремонтировать или исправить недочеты, вот когда палка не фиксируется на нужную длину, крутите, просто у вас ничего не получается. Вот с этими цангами такого не случается. Не стопорятся и фиксируются практически во всех процентах случаев, когда вы ее выставляете на нужную длину. Как уже сказал, синий и черный цвет. Это базовая модель. Характеристики более подробные можно посмотреть на сайте или под видео. Цены тоже можно посмотреть на сайте. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ходите с палками, будьте здоровы. Успехов, до свидания.